Ранее я уже снимал видео о том, как колоть дрова, используя разные технологии. И видео, как колоть дрова быстро и просто, я рассмотрел эти разные технологии колки дров, от колки одной рукой до позабытой техники. Но я забыл сказать о самом важном, о том, как мы, сибиряки, колем дрова. Колка дров по-сибирски. Но вот в чем вообще разница колки дров, скажем, европейской там, или стран ближнего зарубежья от сибирской колки? В разбивании на плахи. Это самая главная разница. То есть в Европе разбивают вот так на плахи ровно. Да? Ну, вот так, вот так. Даже большие чурки. То есть берем... Раз разбили плаха. И далее... Тоже так же, а ровно, что получилось здесь. Вот. А если в европейской колке чурка раскалывается на плахе параллельно, то в сибирской колке на плахе мы раскалываем по краям, то есть обкалываем по краям. Так мы намного быстрее колем дрова и намного легче. Вы, наверное, заметили, что в колке дров я использую путейский замах, необычный прямой. То есть обычный прямой замах, вот, да? А я использую такой. Но на самом деле так колят только некоторые железнодорожники, путейцы. И, то есть, мало кто даже у нас в Сибири так колет дрова. Обычно люди, да, колят прямым замахом. Но меня мой отец научил колоть путейским замахом. Потому что такой замах намного сильнее. И главное, это то, что благодаря этому замаху не устает так сильно спина. Но для тех, кто не умеет колоть дрова, лучше его не пробовать начинать, потому что тяжело попасть в цель, когда нету сноровки, нету опыта. Это, как я говорил в видео про позабытую технологию, только для тех, кто уже умеет колоть дрова. Спасибо вам за внимание, а также за то, что делитесь моими видео в соцсетях и мессенджерах. Рекомендую вам также посмотреть и другие видео на моем канале. По данной тематике тоже много видео, например, как расколоть чурку сучками или как одеть топорище на колонны, много-много других. Ну, а вам я желаю всего самого хорошего. До скорых встреч!